Эдемщики забрали много выживальщиков. Только сунуться, им крышка. Ты не из секты, мне этого достаточно. Небось, редко ходишь на охоту. Самое время начать. Такими темпами скоро ты будешь искать еду сам. По глазам вижу, что ты охотник. Славно. Боюсь, скоро тебе придется добывать пищу самому. Чертовы святоши. Все закатывали глаза, когда они трепались о конце света. Оглянись. Ладно, не кипятись. Сходи на охоту, а я заплачу тебе за шкуры. Только поосторожнее. Oh!
Что еще? Пошли! Близко не стоять! Кончай! Вижу его там! Это же испытание! Может, заплатят выкуп? Если не найдем способ бежать отсюда, нам хана. Ты ничем не лучше крысы! Помоги! Нас могут убить! Спасибо, что спас! Долбые дымщики! Пожалуйста, помоги! Все пытаемся спровадить отсюда скра... Скайлор. Но та говорит, что не уйдет без своей рыбы, адмирала. Может, ты ей поможешь? Если что, я на любое задание подпишу. Прикройте, я пошел. Не вопрос. Сообщай всех волков, которые увидишь. Они могут... Я пошел. Я разберусь. Я готов. Что? Он там! Выбегай! Я ранен! Вижу! У тебя есть будущее! Иду за тобой! Запрос пора!
хорошо. Черт ранен! Я выбью! Я зацеплю! Нет! Мамке привет передавай! Фу! Жду указаний! Не время дурака валять. Я понял. Я тебя голыми руками убью! Я иду туда! Готовься к смерти! Понятно! Им крышка! Готов, Эдемщик! Я на месте! Твою мать! Меня ранили! Вижу противника! Будет сделано. Bye.
Стойте, я пошел. Специалист. Thank you.
Ты просто супер-помощник! Слушай, толпы людей жаждут сражаться с сектой, но кто-то должен вести их за собой. И теперь я знаю, кому это под силу. Чем больше ты прижимаешь святош, тем больше у тебя желающих помочь. До связи. Мне бы глушитель, а то уши болят. Никогда раньше не видел таких медведей. Иоанн устроил тут кромешный ад. Я встретила парня, который распределял... Спасибо, что подождал. Некоторым не нравится, когда их секреты разбалтывают. Быстрее, пока вонять не начал. Боже!
мне! Я пошел. Буду осторожнее. Если подумать, могло быть и хуже. Есть тут что-то особенное. Сектанты захватили Фолс Энд. Если вы меня... Ну и денек.
Я унесу ноги! Иду вперед. Иду туда! Добыча! Почему тут только я что-то делаю? Ну давай, давай. Надо держать ухо востро. Пусть только сунутся, им крышка. Ладно, не кипятись. Сходи на охоту. Не вопрос. Соберись. Пошел. Прикрывай. Осторожно, враги. Конечно. Иду вперед.
пошел. Как же больно! Ай, спасибо тебе! Прикройте, я пошел. И как я могла потерять их? Thank you.
случайного путника. Что? Что я слышу? Кто это? Брось. Покажись! О, нет, 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 нет. Эй, ты! Сюда! Да, ты! Ты Атрин, да? Хорошо. Помоги! К этой машине подключено 3 генератора. Попробуй их отключить. Не подходи к катушкам. Не поможешь, человечество обречено. Нет времени объяснять, и ты все равно не поймешь. Доверься мне. Надо отобраться по лыву. Успокойся. Они провоцируют тебя. Хотят, чтобы ты натворил глупостей. Рина, это совсем не смешно. Рина обещала прислать подмогу. Ты как раз вот. Куда ты пошел? Сменю позицию. Я пошел. Прикрой, заряжаю! А вот и ты! Вали! Фу! Ларри Паркер 1, потусторонний гад 0. Из-за всей этой херни у меня язва открылась. Ненавижу эту секту.
Нельзя было выпускать семью из бункера. Они так и не вернулись. Сменю позицию. Thank you.
Нечего умирать. Берегись! Черт! Строго! Стреляй, но сильно не высовывайся! Его нужно сбить! Используй против верного пулемет! Куда-нибудь да попадешь! И отрет Бог слезу с очей их. Не будет ни смерти, ни плача, ни вопля, ни болезни. Ибо у меня есть планы на вас, сказал Господь. Как помочь вам и не обидеть вас, дать вам надежду,